Его воспитанников славных, наверное, всех не перечесть. Он в них вложил три чувства главных – любовь к труду, талант и честь. А воспитанников у этого человека тысячи. Тысячи ирбитчан, которым был открыт мир искусства и красоты. Здравствуйте! Сегодня в программе «Люди нашего города» Александр Ситников, учитель красоты и грации. Спасибо, дорогие! Я очень тронут и обратился. Александру Алексеевичу Ситникову исполнилось 85 лет. Трудно представить, но 57 из них он проработал руководителем танцевального коллектива в Доме пионеров, а 40 – инженером-конструктором технического отдела Ирбитского завода автоприцепов. После напряженной рабочей смены приходят домой и не хватает сил заниматься детьми. А он же отработает. И с чужими детьми, с 7 там, до 10, субботу, воскресенье, всегда с ними. Совместитель? Да нет. Александр Ситников отдавался обеим профессиям на 100%, как бы фантастически это ни звучало. Да и на спортивных соревнованиях за честь автоприцепного Ситников впереди. По прыжкам в высоту несколько лет подряд был победителем по Свердловской области. Команда по волейболу, в которой он был капитаном, также одна из лучших в регионе. Пока была здесь, была, прыгал. Баскетбол, волейбол, хоккей, футбол. Вот такая моя жизнь. В 62-м году я впервые получил звание ударника коммунистического труда на заводе. Победитель 9-й, 10-й с 5 лет. Вот у меня это все отражено здесь. Ленинская медаль. Отличник. Автотрактора сельхозмашиностроения. Вот и там приходилось выполнять на 100% и с детьми. Машиностроители не дадут соврать. Чтобы запустить новую модель в производство, необходимы новые приспособления, рационализаторские решения, тщательные расчеты. Завод автоприцепов развивался в те годы высокими темпами. Для конструкторского отдела не было невыполнимых задач. За счет развития строилось жилье, детские сады, загородный пионерский лагерь. Ученики, его труд, его учеников способствовал вот этому развитию. Да, он не построил ни одного дома, не сделал ни одного километра дороги, но частица его труда, его учеников, вложена в развитие завода, перспективное развитие завода. 40 лет приходили на завод технологи молодые, которые, ну, не имея опыта определенно, рядом с ним занимались вот этими производственными задачами. Он всегда откликался, всегда подсказывал, хотя тоже не входило в круг его обязанностей. Так я, знаете, что еще приходилось? Дежурство по заводу – это одно, чтобы дни-то как бы там отбыли. Пожарником ведь еще дежурил. На самом деле был дежурным по заводу, приходилось. Сколько пожаров было? А на велосипеду не было. Отгулы были нужны, чтобы детей ансамбля песни и танца вывозить с концертами в города, области и страны. Александр Алексеевич пришел в ансамбль танцевать, еще будучи студентом мототехникума. Его наставники Михаил Романович и Вера Николаевна Мазай через 2 года уехали в Екатеринбург. Вместо себя порекомендовали Александру Михайловичу Бирюкову, директору Дома пионеров, назначить Ситникова хореографом коллектива. И вот так пришлось постепенно азы свои повышать. Ездил я от завода на профкурсы танцевальных руководителей в Свердловск. Это было у меня. Курсы были по месяцу, по 2 месяца. В Свердловске мы с руководителями занимались, которые были во дворцах работали, и приезжали еще постановщики в коллективы, балетмейстеры. Ну, в общем, мы со всеми знакомились, и все это как бы постепенно пополнялся багаж. И вот
так, год за годом. Александр Алексеевич обучался и преподавал, работая на заводе. Заочно окончил с отличием Московский университет искусств имени Крупской. Ансамбль песни и танца Дома пионеров был постоянным призером областных смотров. Активную деятельность коллектива заметили в обкоме комсомола и порекомендовали его на поездку в Артек. Но там приехало 25 стран. Социалистические и демократические, даже немецкие было две, как восточный и западный, раздельно было, и Индия, и все прочее. И мы вот среди этих в Артеке, среди всех этих, как ансамбли, они свои постановки привезли, все было. И привезли 65 золотых медалей. Тогда мы там стали победителями. Это был 1961 год. Простые ребята из глубинки увидели море, общались с детьми из других стран и, более того, стали победителями среди 25 зарубежных коллективов. Такое забыть невозможно. Для Ирбита это был фурор. Пришлось бы вновь повторить все это. Я бы повторил бы все сначала. Все вот это счастье-то в том, что это все осталось и в детях, с кем я занимался, и во взрослых, они меня до сих пор как бы ценят, уважают. Всегда-то мы переписываемся и встречаемся, когда на вечерах вот встречи. Счастье то, что вот повторяется в людях уже. Любовь к красоте танца повторилась в поколениях талантливых хореографов: Лариса Чернова, Наталья Ульянченко, Ольга Дмитриева. Все они в свое время начинали у Александра Алексеевича и продолжают его дело, воспитывая юных танцоров в абсолютно разных направлениях. Народные танцы, шоу-балет, современный эстрадный танец – это все оттуда. Из ансамбля «Песни и танца Дома пионеров». Руководитель хореографической студии шоу-балета «Рандеву» Лариса Чернова до сих пор под впечатлением от первой встречи со своим наставником. Тогда она была еще ребенком. Потом я попала к дяденьке. Конечно, было сначала немножко так страшновато. Вот. Но потом такой вообще замечательный и красивый, позитивный, всегда такой. Он казался таким очень высоким, он сейчас достаточно высокий. Вот. И он такой культурный, он такой мягкий, ну просто в него невозможно было не влюбиться, такой человек вообще. Вот это, я не знаю, кто у него занимался, вот эта культура, она прямо впитывается. И ты, конечно, в дальнейшем стараешься быть похожим на него, достойным такого человека. Самые яркие и счастливые моменты детства связаны у Ларисы Черновой с ансамблем песни и танца Дома пионеров, репетиции, творчество и, конечно, поездки по всей стране. В свое время, я все время детям своим говорю, воспитанникам, в свое время меня повозили везде. Я с танцевальным коллективом, с ансамблем песни и танца поездила везде. Сейчас хочется также, чтобы наши воспитанники, дети везде побывали, везде поездили, чтобы самые лучшие моменты в детстве были связаны с танцевальным коллективом, с Центром детского творчества. Центр детского творчества – преемник Дома пионеров. Именно здесь заканчивал свою трудовую деятельность Александр Алексеевич Ситников. Так уж повелось, что свои солидные юбилеи учитель красоты и грации проводит среди коллег и воспитанников. 20 лет назад это был большой концерт, посвященный 65-летнему юбилею. Александр Алексеевич был не только его организатором, но и участником. Начал танец с воспитанницей, окончил с бывшей партнершей. Его руководством я не работала и не училась. Но тем не менее, вот его эта аура, его эта
Вот, я думаю, стремление к жизни, молодость жизни. Посмотрите, как он выглядит. Ну, кто же ему даст эти 85 лет? Я думаю, что он так выглядит, потому что он всегда работал с молодежью. То есть он работал с детьми, он заряжался от них этой энергией, отдавал свою энергию, свои знания, свои умения. И это, конечно, дорогого стоит. Я вот сейчас клятвенно клянусь, что мы начало сезона нашего в сентябре, мы откроем именно концертом, посвященному Александру Алексееву. Центр детского творчества бережно хранит творческие разработки и хореографические постановки Александра Алексеевича Ситникова, которые исполняют уже дети четвертого поколения. И это нравственный, духовный капитал нашего города, его достояние. Это была программа «Люди нашего города» и я, Лариса Воложанина. До свидания.